Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Так, представьте, пожалуйста, как тебя зовут? Слуган зовут. Тебя как? Здравствуйте, Бану. Сколько тебе лет, Амин? 4. А тебе сколько, Бану? 5. 5 лет. Хорошо. В каком городе вы живете? Сумгайте. Сумгайте. Амин, скажи мне, пожалуйста, как называется наша родина? Азербайджан. Кто президент Азербайджана? Ильхам Алиев. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто лидер Азербайджана? Лидер Азербайджана. Ильхам Алиев или? Гейдар Алиев. Правильно, Гейдар Алиев. Немножечко внимательнее. Хорошо. Амин, расскажи мне про осенью. Что происходит осенью? Куда улетают птички? Теплые края. Теплые края. А что идет осенью? Дождик. Хорошо, дождик идет. А вот что происходит с деревьями? Ветер дует. Ветер сильно еще что? Листики опадают. Опадают листики. А листья какого цвета бывают, Амин? Зеленый. Еще. Красный. Еще. Молодец. Хорошо. Так, где растут фрукты? Фрукты растут на деревьях. Хорошо. В саду или в огороде? В саду. Что можно приготовить из фруктов? Компот. Еще. Варенье. Правильно, варенье. Амин, скажи, пожалуйста. Коктейль. Хорошо. Амин, скажи, пожалуйста. Где живут домашние животные? Домашние животные. Ага. Где они живут? В лесу или рядом с человеком? Ну? Рядом с человеком. Правильно. Какие домашние животные вы знаете? Собака. Собака. Еще? Кошка. Кошка. Еще? А какое животное дает нам молоко домашнее? Корова. Корова. Хорошо. Теперь мне скажите, сколько всего органов чувств? Амин, сколько всего органов чувств? Сколько всего органов чувств? Ну? 5. 5 органов чувств. Хорошо. Как называется вот этот орган? Глаза. Ну, а по-другому как называется? Орган? Здесь. Зрение. Громче надо говорить. Хорошо. А вот это как называется орган? Уши. Ну, уша по-другому как называется? Орган? Чувство. Правильно. Громче надо говорить. Так. Амин, перечисли мне, пожалуйста, дни недели. Дни недели. Какие? Давай. Давай я тебе помогу. Пани. Нет? Ага. Мулик, среда, четверг, пятница, суббота. И? И воскресенье. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, Бану, вот можно взрослым говорить... Ты, можно говорить так? А как мы говорим взрослым? Вы. Правильно. А друг другу вы что говорите? Ты. Девочки что говорят? Можно сказать девочке? Он девочка. Можно так? А как мы говорим? Ага. Она девочка. Хорошо. А мальчику что мы говорим? Она. Она говорим, а разве мальчик? Нет. Он мальчик. Он мальчик. А другим детям что мы говорим? Они. Молодцы. Хорошо. Так, Бану, пожалуйста, да, составь мне из этого... Нет, давай вот так, Бану. Пожалуйста, я тебе даю вот такую картиночку. И ты должна мне рассказ составить. Давай, пожалуйста, быстренько только. Быстренько. Все, быстренько, быстренько, быстренько. Давай, 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 давай. Угу. Давай расскажи просто, давай. Не, расскажи, что тут происходит. Ага, что тут происходит? Вот, вот эта картинка. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Положи сюда. Девочка. Ага. Пришла в магазин. Она взяла продукты. Ага. Сразу она пошла продукты выбирать или она пошла выбирать корзинку? Корзинку. А где корзина? Ага. Она взяла корзину, пошла с продуктами, выбирать продукты, потом пошла на кассу, ага. Заплатила и вышла из магазина. Продуктами, молодец. Амин, пожалуйста, составь мне вот это предложение. Давай, составь ты из этого предложение. Давай, ага. Мальчик. Ага. Зубы. Ага, аккуратненько сделай. Ага. Переверни картинку. Сам делай. Переверни картинку. Ага. Вот сюда. Вот так. Давай. Ага. Молодец. Чистит. Так. Чем? Чем он чистит зубы? Зубы и пастой.
зубной щеткой и зубной пастой. Спасибо.